Да, есть ваза сейчас. Смогут за тебя замуж отдали, Катя. В девках-то гулять не пришлось. Вот сердце-то не уходило. Давно и никогда не уходила. Чего ж так? Такая уже зародилась. Горячая. Я помню, мне лет 7 было. Так мне дома чем-то обидели, так что я учудила. Я ж побежала на водку, на Волгу, села в водку и уплыла. Нашли меня только к утру. Лишь так 10. Кать, а ты скажи, а парни на тебя поглядывали? Поглядывали. Ну а ты чего? Неужто не любила? Да мне смешно было. Смеялась только над ним. А ведь Тихона ты не любишь? Чего ж ты не люблю-то? Мне его жалко. Жалко? Значит, не любишь. Коли жалко, значит, не любишь. Тебе право сказать не на что. Да чего ж ты от меня-то скрываешь-то? Давно я заметила, что ты другого любишь. Это ж почем ты заметила? Да что, я маленькая, что ли? Вот тебе примета первая. Как его увидишь, так в лице это все и переменишься. Да мало ли. Кого, Варь? Зачем говорить? Сама же знаешь, кого. Варь, ты имя назови. Варь, имя назови. Бориса Григорьевича. Пожалуйста, только не говори никому, я тебя прошу. Марья, я тебя прошу. Да мало ли. Ты сама, в общем, проговорись как-нибудь. Да я-то обманывать не могу. И скрывать-то ничего не умею. И зря. И зря! Ты посмотри, в каком доме живешь. Тут дом-то на том и держится. Я, может быть, раньше тоже обманщицей не была. Так выучилась, как нужно стало. А я вчера гуляла, видела его. Говорила тебе. Ну, поклон тебе передавал. Говорит, жаль, видеться негде. Да где ж нам видеться, да и зачем? И вообще, Валь, не говори мне о нем, я его и знать не хочу, и думать о нем не хочу. И вообще, я буду мужа любить. Да не думай, кто ж тебя заставляет-то? Не жалеешь ты меня? Говоришь, не думай, а сама намекаешь. Ну, Тихон завтра уедет, может, и видеться можно будет. Варь, я буду мужа любить и терпеть, пока стерпится. Я не хочу так. А когда не стерпится, что делать будешь? Что делать буду? Не знаешь, что, Варь, моего характера. Да, курим, здесь совсем опостынет. Так я ж в окно кинусь, в Волгу выброшусь. И захочу здесь быть, вот и не буду. Хоть ты меня режь. Хорошо тебе, да, сидеть здесь, взаперти. Ну да, сиди, дожидайся, пока тебя кто-нибудь пожалеет. Вражить.
Помоги мне закрыть чемодан. Никогда не могу. А может, она с детьми не помещается?